старец Гавриил является чудом Божьим в нашем строгом, тяжелом, страшном, лишенном любви мире. Тот, кто видел старца Гавриила хотя бы раз, тот, кто помнит его необыкновенно молившегося с божественной благодатью доброго как Спасителя, никогда не сможет забыть его. Меняется время, исчезает любовь, а вместе с ним и все божественное, усложняется жизнь. У него все было божественным, красивым, особенно любовь ко всем, которой так лишена наша Вселенная. Он был большим ребенком, сверхъестественным, чудотворящим. Иконы и фрески подают нам определенные знаки, они мыслят, говорил батюшка Гавриил. Однажды я стояла в церкви на божественной литургии. Внезапно я ощутила что-то непонятное. Мною овладело чувство, как будто фреска диктовала мне: «У тебя будет духовник, пожилой старец, величайший аскет, избранный Господом, который сам позовет тебя к себе». В это время у меня перед глазами возник герой произведения «Рассказ нищего» Ильича Вчавадзе, Гавриил. В лике нищего Гавриила я представляла старца, о котором мне рассказывала фреска. Один священнослужитель благословил меня пойти к старцу Гавриилу. Я так и поступила. Придя в Амцхета, я ходила долго по двору перед женским монастырем, не решаясь войти. Вдруг в голову пришла мысль: если старец Гавриил ясновидящий, он уже должен знать, что я пришла, пусть сам выйдет ко мне. А только я подумала это, из кельи выскочил старец Гавриил. Кто тебе сказал, что я пророк? Ты не знаешь, какой я грешник. Ты пришла сюда, боясь меня, сердито восклицал он, быстро двигаясь передо мной. Он даже не смотрел на меня. Но я чувствовала, что он всех демонов и бесов свалил к моим ногам. Ругаясь, он приблизился ко мне, осенил меня крестным знамением, и я, растерявшись вместо того, чтобы просто попросить благословения, поздоровалась с ним. «Что тебе надо?» — строго спросил он. «Батюшка Гавриил, я к вам пришла смущенно», — ответила я. «Зайдем в келью и поговорим». Он повернулся и стал подниматься по лестнице. Я прикоснулась к его мантии и сказала: «Боюсь я вас, отче». Старец тотчас повернулся ко мне и сказал: «Меня боишься? Хорошо, тогда я поднимусь наверх, а ты оставайся здесь». И быстро поднявшись по лестнице, вошел в келью. Остановившись на середине лестницы, я думала, что надо бежать домой, что я этого не выдержу. Дверь открылась, и я увидела совсем другого человека, почувствовала обилие божественной благодати. В келье было много икон, они вызвали у меня слезы раскаяния. Я подумала: «Боже мой, какой святой человек! Почему о нем не снимают фильмы? Почему о нем не пишут книги?» Мы долго сидели в келье, и старец Гавриил разговаривал со мной на разные темы. Однажды старец сказал мне: «Я ждал тебя, Кетыван, почему ты так долго не приходила?» Через некоторое время сказал: «Я не хотел ходить на Шавнабаду, из-за тебя пошел. Я смотрел на тебя и не хотел говорить, что ты ко мне придешь. Я многого тебе не сказал». Как-то раз я пришла к старцу Гавриилу, вошла в храм, обошла могилы, долго ходила по двору, а отец Гавриил все не появлялся. Я поднялась по лестнице и увидела, что дверь в келью открыта. Вижу, что деревянное распятие как будто порицает отца Гавриила.
Я подумала, что мне показалось. Посмотрела еще в третий, четвертый раз, но увидела то же самое. Прошел час, но старец Гавриил не выходил, и я уже собиралась вернуться в Тбилиси. Думаю, что не суждено было нам встретиться сегодня. Я зашла в храм перед уходом, перекрестилась, помолилась и вышла. Вдруг вижу, отец Гавриил спускается по лестнице. «Что случилось, Кит Иван? Почему не поднялась ко мне? Тебе стыдно или боишься меня?» Обрадованно, взбежав по лестнице, я преклонила колени перед старцем. Батюшка Гавриил посмотрел на меня и сказал: «Видишь, Кит Иван, какое чудо показал тебе Господь. Я спал, а Христос ругал меня. Выходи, — говорит, — на улицу, выходи. Не оставил меня в покое. Видишь, как тебя любит Господь». Когда я встретила старца Гавриила впервые, это было 2 ноября 1991 года. Я хотела, чтобы этот момент был запечатлен в моей памяти навеки. Через год я сказала ему: «Батюшка, вот мы уже год знакомы». Он присел рядом со мной и сказал: «Кит Иван, я не только один год, а уже 40 лет знаю тебя. Знаешь, кто я? Я нищий Гавриил из рассказа Ильича Вчавадзе «Рассказ нищего», которого ты уже не помнишь». Однажды мой друг рассказал мне. Получилось так, что я однажды оставила отца Гавриила и ушел. Я подумала, что никогда бы его не оставила, но как мы ошибаемся, когда что-то загадываем. Была зима. Отец Гавриил взял меня с собой в церковь и начал предсказывать. Вот сейчас сюда зайдут 3 мужчин, потом еще 3, потом 6 выйдут. Я недоуменно подумала, что это он предсказывает. Потом он сказал: «Пройдет полчаса. Один из этих 6 вернется и убьет меня. Ты одна будешь свидетельницей этого всего. Расскажи». И заплакал. «Вот слышишь шаги? Не оставляй меня». И успокоил: «Не бойся, пуля в тебя не попадет, в меня попадет. И я умру. Смотри, не оставляй меня». Меня охватил страх. Вот сейчас откроется дверь и зайдет человек. И правда, дверь открылась. И вошел человек с автоматом. В действительности это была женщина, а мне показалось, что мужчина. А в руках у нее был не автомат, а сумка. Она сняла сумку с плеча у двери. Я упала на колени перед иконами и начала молиться: «Господи, прошу тебя, не убивай его при мне». Поднялась с колен и выбежала во двор. Отец Гавриил крикнул мне вслед: «Не оставляй меня, ты же говорила, что не оставишь. Все добрые дела совершаешь не ты сама, а Бог помогает тебе их совершить. Это должен помнить каждый человек». Его речь была чудесной. За ней следовала такая удивительная мимика и жестикуляция, что не описать словами. Я очень жалею, что не записала его полную мудрость и проповедь. Не смогли полностью оценить его богатейшую духовную жизнь. Не смогли постигнуть даже малую толику его величия. Отец Гавриил был таким богослужителем, что сеял в сердцах ближних огромную любовь и счастье. Кто сможет полностью описать все свершенные им чудеса? Бог приходил к нему, он часто говорил мне: «Вот сейчас Христос прошел и зашел в трапезную. Ты его не видишь, и меня, конечно, не поймешь». Когда скончался мой дедушка, его вещи мы раздарили ближним. Я хотела подарить старцу красивый платок, но не осмеливалась. И вот как-то раз я пришла к батюшке, и он говорит мне: «Знаешь, Кит Иван, в молодости я был актером, играл в театре роль Отелло. А ты моя Дездемона. Где же мой платок?» И смеялся. Отец Гавриил был великим старцем. Он незримо появлялся везде, где хотел. До своей смерти отец Гавриил часто говорил мне: «Не ханумой буду я, если не проучу тебя». После его похорон я вернулась домой, но не могла успокоиться. Все вспоминала, что как только я начинала смеяться, он мне шутя говорил: «Ох, как бы этот смех в слезы не превратился». Я все никак не могла успокоиться, заглянула к соседям, но там сердце тоже было неспокойно. Когда я собралась уходить, соседка сказала: «Не уходи, я телевизор включу». Случилось чудо. Она включила телевизор, и оттуда послышались слова: «Не ханумой буду я, если не проучу тебя». Я опешила. В каком бы пространстве преображения ни находился отец Гавриил, для него главными были любовь к Богу и ближнему, забота о человеке, его спасение. Батюшка Гавриил был совершенно другим человеком во время Великого Поста.
не юродствовал, не шутил, не смеялся, был задумчив. Переживал он совершенно человеческий грех – распятие Христа. В Страстную Пятницу таким испуганным, громким и скорбным голосом кричал: «Помогите, помогите! Христос крест несет до Голгофы!» Не было человека в храме, который бы не прослезился. Прихожане громко восклицали и плакали. Во время литургии он сам вона со слезами на глазах говорил: «Не оставляйте, не оставляйте Пресвятую Богородицу. Она сейчас страдает. Все сейчас православные рядом с Богоматерью. Кто посмеет оставить ее? Мы должны быть рядом с ней. Она же мать, страдает за муки и смерть своего сына». После всего увиденного и услышанного прихожане думали, что собственными глазами видели распятие Иисуса Христа. В нем была такая любовь к Богу и ближнему, что освященному благодатью Святого Духа ему не могла противостоять никакая сила. Для старца не составляло труда ничего, ничто не могло его остановить. Даже если бы вся армия стояла перед ним, он видел даже то, что за солнцем. Мир был открыт его взору. Ты дал от Христа,